Всем добрый вечер. Меня уже так давно не было на этом канале, что я уверена, что меня забыли и те, кто знали, и те, кто не знали, тем более. И буквально пару дней назад я увидела ролик человека, который объяснял, зачем он делает свой канал, зачем он говорит с людьми, зачем он пытается выразиться. И я хочу сказать ему, потому что я знаю, что он меня обязательно услышит. И спасибо тебе за это, потому что именно твои сообщения заставляют меня возвращаться, уходить и возвращаться. Ты знаешь, мой путь на YouTube начался тоже очень давно, как и твой, совсем с другими каналами. Эти каналы гораздо более успешные, скажем так, они безумно успешны, поэтому этот канал остается в тени. И, к сожалению, я очень давно поняла, что YouTube не нужна наша искренность. YouTube вообще не нужны мы. Это такая кофемолка, которая живет по своим законам, живет по законам трендов, живет по законам хайпа, по законам алгоритмов. Ты четко знаешь, что ты должен делать для того, чтобы быть успешным. Ты четко знаешь, на какую тему снимать, и в каждой тематике это свои топовые темы. И да, ты знаешь, я буду успешна, если буду делать то или другое. И в какой-то момент ты понимаешь, что это против тебя, это против твоей души, это против твоего восприятия мира. Да, это поможет тебе заработать денег, да, это поможет тебе быть успешным, но даст ли это тебе чего-то для того, чтобы в твоей душе закрылась какая-то пустота? Нет, не даст. Мало того, YouTube дает эту пустоту. Он дает жуткий адреналин, когда ролики взлетают. Потом жуткий адреналин, когда в какой-то момент все падает и все рушится. И каждый раз ты с трепетом ждешь, вот-вот, это зайдет. И становишься заложниками. Заложниками YouTube, заложников тем, заложников зрителей. Они тебе диктуют, что они хотят видеть или слышать. А в какой-то момент ты понимаешь, что общество в своем извращенном восприятии мира извращает и тебя. И ты уже не можешь быть самим собой. Люди хотят трэш. Люди хотят то, что вытягивает из них из их низменность. Люди не хотят быть глубже, люди не хотят быть добрее. Большинство из них, скажем так, не все, конечно. Алгоритмы не хотят, чтобы ты показывал что-то стоящее. Алгоритмы YouTube хотят, чтобы ты просто трэшевал. И ты стоишь перед выбором. То ли тебе заработать денег, добиться успеха, такого призрачного успеха, то ли тебе все-таки сохранить себя. И очень-очень безумно тяжело стоять между таким выбором. Я всегда хотела сделать канал со своим голосом. Но парадоксальность в том, что мой успех мне принесли те видео, где я молчу, где меня нет вообще. Они мне приносят деньги. И время от времени мне что-то хочется снять для себя, мне что-то хочется самовыразиться, снять что-то душевное, снять. И потом я понимаю, что снять, для кого снять, для себя снять. Иди поговори с зеркалом. Найти тех людей, которым ты действительно будешь интересен как человек, как личность, это практически невозможно, если ты не работаешь в угоду великим алгоритмам YouTube. А начиная работать в угоду великим алгоритмам YouTube, ты теряешь себя. Все. Ты загнан в эту клетку. Ты сидишь в ней
И думаешь, ты есть или тебя уже нет? Вот такой вот он, YouTube. Да и, в принципе, вся наша жизнь в целом сейчас посвящена этим же правилам. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал, в какой бы сфере ты ни работал, ты ли делаешь то, что приносит успех и деньги, ты четко даже знаешь, что ты должен делать. Или ты все-таки остаешься со своей совестью, со своим пониманием мира. И тогда мир говорит тебе: извини, ты классный, ты хороший, ты добрый, ты вообще супер. Ну вот тут посиди в сторонке, пока я переговорю вот с теми, которые знают, как рвать. Это YouTube. Это YouTube, детка, с его правилами, с его законами, с его восприятиями. Именно поэтому, приходя на этот канал, я ухожу вновь. И я даже не уверена, будет ли видео завтра, или будет ли видео через год, и будет ли оно вообще. Время от времени мне становится грустно, я прихожу сюда. Как, например, на одном из каналов у меня YouTube просто списал $1000. Вот ему захотелось. Он обнулил мне доход за некоторое время. И когда я пыталась чего-то добиться, я написала им, они мне сказали: нет, мы не нашли проблемы с нашими алгоритмами, у нас все супер, у нас все круто. Это, наверное, накручивали или еще какая-то произошла неприятность и непредвиденность. Я пришла сюда. Пришла сюда, потому что я здесь говорю, и я что-то выговариваю этому YouTube, который меня все равно не услышит, который мне не вернет деньги, мало ли он может удалить и каналы. У меня много друзей, которые проснулись с утра, у них были каналы миллионники, и не просыпаются, канала нету. YouTube просто удалил канал, и добиться ничего не могут. И им придуманы какие-то нарушения. А, хотя, если не кривить душой, на каналах, которые добились миллиона просмотров, миллион не просмотров, подписчиков, можно найти нарушения, потому что, опять же, если следовать желаниям алгоритмов, ты должен действовать на грани своей совести. И там вот те пограничные темы, за которые тебя YouTube потом и наказывает. Он тебя поощряет большими деньгами, и он тебя наказывает. YouTube — это не то пространство, где ты можешь быть самим собой. Вернее, ты можешь им быть, но тогда не надейся на успех. Или ты можешь быть успешным, но тогда не надейся остаться самим собой. А злой, безжалостный, беспощадный — это все о нем. О, великие алгоритмы YouTube. А вам не нужны мы. И вы хотите нас скроить по одному подобию. Подобию нечто такого же разрушительного, как и весь мир сейчас. Но выбор всегда за нами. В какой части Вселенной будем мы?